Здравствуйте, друзья. Бежит он чудо. Чудо бежит, сгулик. Да? Знаешь, что вкусненькое сейчас перепадет, да? Сейчас. Сейчас, Шарик. Когда ж ты уже всех девок тут? Вот, блин, рука занята. Кормим, 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 кормим. А кушать хочет всегда. Не, листов нет у него, друзья. Да, собаки всегда кушать хотят. Ой, друзья, у нас минус 3. Спокойно, тихо. Но грядут, как говорится, крещенские морозы. Уже с понедельника до минус 16. Так что резкие перепады вот эти вот. Что, ты проведешь меня? Проведешь меня или пойдешь до мухи? Оставляют муху одну. А сам шастает. Это самое. Гуляет. Девчонок себе ищет. Вот, друзья, спасибо. Я вчера там просто писал вам, что вы картинки лайкаете, а видео не смотрите. Но, видимо, вы правы, что не хватает времени. Не хватает времени у многих. Да и вообще такая обстановка. Вот, в мире, я уже не говорю о нашей стране, что, естественно, не до моих роликов. Но, тем не менее, у меня почти 4000 подписчиков. И вот с каждым каким-то роликом, с каждым роликом у меня 20, 30, 50 просмотров. Ну, я еще раз хочу донести до вас, что цель моя. Шут, мальчик, не бойся. Какая-то новая собачка. Красивая такая. А я иду только вон за едой. Первый раз вижу ее. Боится. Боится людей. Шарик увидел и тоже там отстал где-то. Пока идешь, друзья, тут на пути он. Еще собачки сидят. Вот эту черную я тоже первый раз вижу. Рыжий этот попадался уже. Да? Ты меня уже помнишь? Ты меня еще не забыл, помнишь? В общем, пока дойдешь, очень много встретишь на пути собачек. Вот иду, друзья, сейчас возьму каких-нибудь там сарделек, я не знаю, колбасок просроченных и так далее. В общем, что хочу еще сказать. Цель моя — нести добро, и чтобы наша команда зрителей, друзей моих, становилось все больше и больше, чтобы мы не забывали о братьях наших меньших. Вот, заботились о них. Тем более сейчас у нас морозы, морозы идут, снег до минус 17, я повторяю. Ну, естественно, все будет проблематичнее, естественно, для братьев наших меньших. Значит, в плане еды, в плане тепла. Я как могу помогаю. Собственно говоря, этим сильно не афиширую. Просто как бы канал отвлекает немного от всего этого, всей этой суматохи. Да и я сам отвлекаюсь от этих всех процессов политических, так сказать, в мире. Поэтому, друзья, подписывайтесь, смотрите мое видео. Вот. Мне будет приятно, что больше людей смотрит. И тем самым вы меня мотивируете еще больше. Хорошей субботы!